Элит – это не просто коляска, это король джоггеров, самая мощная, самая функциональная модель американцев, которая поставляется в Россию. Долгое время, видя ее на улице, я просто сворачивала шею, чтобы разглядеть детали, и вот она наконец-то у меня! Весит коляска почти 12 килограммов и рассчитана для детей аж до 30. Ручка джоггера регулируется в нескольких положениях и будет удобна с любым ростом. Покрыта она классной приятной резиной. И есть небольшой органайзер для мелочей. У коляски большой капюшон, бесшумная и легко регулируется. С двух сторон есть окошки на магнитах для малыша. Сзади еще одно смотровое окно для мамы. На спинке карман для вещей. Опускается спинка ремнями. Ткань на спинке в жаркую погоду можно поднять. В разложенном виде имеет почти полностью горизонтальное положение. Подножка держится снизу на магнитах. Не скажу, что такая регулировка подножки удобна, но спасибо, что она в принципе есть. Длина спального места с подножкой более 90 см, а ширина в самом узком месте почти 28. Пинка ставится в высокое вертикальное положение, и посмотрите, какая шикарная боковая защита. Это дом на колесах. Само кресло плотное, достаточно пружинистое и выполнено гамаком. Жестких вкладок ни в спинке, ни в сидушке здесь нет. Ремни удобные, верхние можно снять или переставить. Бампер снимается только целиком. Фирменный ручной тормоз. Переднее колесо очень легко заблокировать. Корзина тут небольшая, самый удобный доступ здесь сбоку. Складывается коляска одной рукой, в сложном виде может стоять на боку. Снизу можно пристегнуть вот такие ремешки, тогда коляска не будет складываться, сколько бы вы ни тянули за ручку. Раскладывается коляска легко, колеса здесь псевдонадувные, накачивать их не нужно. Если честно, я еще не встречала джоггера, который бы как-то сложно рулился. Элит управляется также буквально одним пальцем, независимо от того, какой у вас вес в коляске. В общем, любителям пить кофе посвящается. Едет Элит вообще везде, ну то есть прям вообще совсем везде и по любой дороге, вот смотрите сами. Я даже залезла в самую жуткую жуть. Растаявшая земля с мокрым снегом измазалась, сама измазала коляску, но зато доказала. Даже по такому трэшу коляска едет вполне сносно. Заезжает, смотрите, вообще куда угодно. Переднее колесо устойчивое, коляска не заваливается.
Сначала Элит показался мне жестковатым. В ручку действительно отдает на кочках, но, глядя на ребенка, я поняла, что, видимо, гамачное кресло тут не просто так, оно дает дополнительную амортизацию, и ребенка в коляске трясет не сильно. На бордюры коляска просто сама запрыгивает. Ширина шасси 66 сантиметров, довольно много. Входит она во многие пандусы и скачет по ступенькам, и более того, даже едет по ним. Единственный реальный минус для меня – коляска не вошла в мой лифт, каждый раз нужно складывать. Еще один минус – при езде с маленьким весом может постукивать переднее колесо. Заснять этот момент у меня не получилось, так как на моей коляске этот звук можно было услышать крайне редко, но я знаю, что некоторые пользователи жалуются. В общем, из минусов – широкая колесная база, бампер, который снимается целиком, и маленькая корзина. В остальном, лично для меня Элит – это просто любовь. Здесь очень большое и хорошо закрытое спальное место. Ребенка катать легко аж до 5 лет, и именно на этот возраст она рассчитана. Огромный капюшон, классные материалы, которые, кстати, легко снять для стирки, проходимость, маневренность – все как и всегда, просто на высоте.